12 апреля исполнится 60 лет со дня первого полета человека в космос. Давайте спросим у саровчан, как они относятся к этому празднику, скольких космонавтов знают и мечтали ли сами когда-либо отправиться в космос. Как относитесь к дню космонавтики? Отлично. А кого-то из космонавтов знаете? Конечно. Гагарин, Титов, и так далее. А кого из космонавтов помнишь и знаешь? Ну, самое основное – это Юрий Гагарин. Как бы его должны все помнить. Кого из космонавтов знаете? Вы знаете, сейчас вот так неожиданно получилось. Естественно, первого летчика, испытателя и космонавта – это Юрий Алексеевич Гагарин. Вот. А Титов. И прочее. И дальше. А сами в детстве мечтали стать космонавтом? Нет, летчиком мечтал, хотел стать. Мы должны помнить, что в космосе мы были первыми и должны сохранять достойное свое отношение к космосу и место в мире. А кроме Гагарина знаете космонавтов еще? Очень много космонавтов. И женщина есть у нас первая. Женщина-космонавт Терешкова. Ну, здесь, скажите, ко дню космонавтики. Хорошо отношусь. Ага. А кого из космонавтов знаете? Гагарин. Еще. Терешкова. А сами в детстве мечтали? Нет. Как относитесь ко дню космонавтики? Положительно. А кого из космонавтов знаете? Гагарина. Все? Леонова. А в детстве мечтали стать космонавтом? Да нет, не особо. А чего так? Очень вредная, опасная профессия. Понятно. Спасибо. День космонавтики. Скажите пару слов буквально. Как относитесь к этому празднику? Положительно. А из космонавтов знаете кого? Гагарин, Севастьянов, Титов, Терешкова, Савицкая. Знаешь про День космонавтики? Конечно, знаю. Ага. Вообще, как относишься к этому празднику? Мне кажется, это довольно-таки важное событие для страны нашей, потому что очень классно, что именно в нашей стране человек Юрий Гагарин первым полетел в космос. Я считаю, это очень отважный поступок. Нормально. А кого из космонавтов знаете? Ну как, в первую очередь, конечно, Гагарина, Титова, кто еще у нас там, Леонов, ну вот. А сами в детстве мечтали в космос полететь? Если честно, нет. Мне кажется, половина детей моего времени мечтала улететь в космос. А вы? Ну, естественно, так же.